Фантастическое шоу, музыкальные баталии и искренние чувства – это долгожданный суперфинал шоу «Фактор Бай». Здесь все звезды сошлись. Бунтарь, мой дорогой Алексей Бутиков. У нас с тобой, наконец-таки, финальное интервью. Мне тебя будет не хватать, во-первых. Это приятно. Во-вторых, я однозначно могу сказать, что команда «Фактор Бай», в том числе и ты, ну, как бы ты уже входишь в эту команду. Ну да, вроде как вхожу в эту команду. Вы все стали мне родными людьми за 2 месяца, и мне очень тяжело, на самом деле, осознавать, что это крайний эфир. Еще. Тебе понравилось? Круто все. Я чувствую вот приближение уже финала, поэтому появляется какой-то уже азарт, немножко задор, такой так, хороший стресс, который двигает тебя. Поэтому я сейчас на таком немножко... на энергии. Ну, есть такой чуть-чуть, на самом деле, тебя чувствуется, да. Ток. Зарядил. Мы крайний раз выходим на эту сцену, мы крайний раз работаем с этой командой, с этим балетом. Это, на самом деле, так трогательно. Я сегодня выходила репетировать одну из песен, она для меня и так очень показательная и значима. А здесь еще с таким подтекстом она исполняется, что я прям даже почти расплакалась сегодня. Это было очень мило, и для меня это прям такой песня-песня. Готовка проходит очень плавно, очень планомерно. Мы делаем все возможное, чтобы удивить вас. И поверьте мне, вы определенно будете в шоке, уважаемые телезрители. Именно от твоих номеров или от всех? Вообще от феерии, которая будет происходить. Суперфинал – это самое вообще долгожданное время за весь проект. И, в принципе, мне кажется, вы уже такие матерые артисты. Чего бояться-то? Вышел, спел, покорил снова свою аудиторию, а дальше уже дело за зрителем. Вот, в принципе, так я и буду жить этот суперфинал. Я не настроена на то, чтобы бороться зубами, выгрызать свое заветное место. Нет, я хочу спокойствия. Мысли о победе очень сильно отвлекают от задачи. А задач много. И эти задачи надо выполнить. А результат? Результат будет таким, каким захотят видеть зрители. Хочешь ли стать победителем? Конечно, хочу. А кто не хочет? Ради статуса или ради машины? Ради того, что я проделал большой путь, и мне уже как бы обидно, и хочется уже как бы дойти до какого-то логического завершения. То есть мои труды, как мне кажется, не должны быть напрасны. Что бы ты хотела сказать своим любимым, дорогим, верным слушателям накануне суперфинала шоу «Фактор Бай»? Накануне суперфинала шоу «Фактор Бай» я хочу сказать своим дорогим, любимым, обожаемым зрителям, телезрителям, что я им безумно благодарна. Мой путь на проекте – это только ваша заслуга, только ваши голоса и ваша поддержка. Я прошу вас проголосовать, поддержать. Главное, чистого сердца и от души. Если вам нравится мой номер, мое выступление, я сам, то, пожалуйста, голосуйте. Уважаемые зрители, сегодня все зависит исключительно от вас. В принципе, всегда все зависело исключительно от вас, но сегодня это особенно зависит от вас. Поэтому, пожалуйста, я всегда вас об этом прошу и буду это повторять из раза в раз. Голосуйте душой и голосуйте сердцем. У нас было! Отлично. Класс, Даник, я тебя поздравляю. Спасибо. Боже мой! Классно! А кто-то еще тебе будет слезы лить по окончанию? Леша Бутько, что ли? Поздравляю! Уже сегодня смотрите суперфинал самого грандиозного, самого масштабного шоу страны «Фактор Бай» в 20:45 на «Беларуси-1». А с вами была я, Хелена Мирай. Пока-пока!